Ежегодный фестиваль быков в Перу обернулся трагедией для посетителей. Во время традиционной корриды со зрителями несколько разъяренных быков накинулись на людей. В результате серьезно пострадали 8 человек. На кадрах, снятых во время шоу, видно, как животные давят ногами людей, подбрасывают их в воздух на рогах. Несмотря на то, что народная коррида ежегодно приводит к большому числу травм, желающих укротить быков не сокращается.